В минувший четверг до Пскова добрались участники автопробега мира, следующие по маршруту Берлин-Москва. Одним из инициаторов этой акции выступил музыкант и видеоблогер Ове Шаттауэр, которого прозвали «рассерженный немец» за его активную жизненную позицию и стремление к справедливости. В своем интервью псковской ленте новостей он и другие участники автопробега рассказали, почему они решили отправиться по миру и таким образом выразить солидарность с народом России. Мы надеемся на то, что русская общественность, все люди, абсолютно нормальные люди, которые живут в России, поняли, что мы такой же нормальный народ, и в Германии точно так же видят эти вещи, как люди, которые живут в России. Что это не то мнение, которое мы видим по телевидению и радио. Нам говорят, что русские во всем виноваты. Мы решили приехать и показать, что это не так. Мы не думаем так, и мы точно так же не приветствуем эту пропаганду. Их символ – это сердце цвета национальных флагов России и Германии, в центре которого белый голубь мира. Как сказал Ове, значение этого символа не нужно объяснять. Все должно быть понятно без слов. Мы все умеем быть против, но сейчас нужно научиться быть «за». За мир, за дружбу между народами, за понимание, за позитивные вещи. И мы должны не только говорить об этом, мы должны действовать. В Пскове сразу нашлись те, кто решил поддержать и принять гостей. Инициаторами выступили члены молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов. Я поддерживаю, в принципе, их позицию. Я активно путешествую. Я знаю пропаганду, какая идет пропаганда в Европе против российского народа, так скажем. Да, и мне это интересно. Показать россиянам, что не все такие плохие в Европе, как думают о Прибалтике. После Пскова активисты возьмут путь на Санкт-Петербург, Москву и Минск, продолжая бороться за мир и дружбу между Россией и странами Запада. Анастасия Репникова, ПЛН ТВ.